Холин и L-карнитин. Что лучше? Оба соединения пользуются славой сжигателей жира и входят в состав многих продуктов спортивного питания, нацеленных на набор рельефа. Тем не менее, между этими соединениями мало общего. Холин служит поставщиком метила в печень, ну а тот, в свою очередь, необходим для формирования липидно-протеиновых цепочек с участием жира и холестерина в крови. Таким образом, холин является участником изъятия из крови жиров и холестерина, которые в противном случае залегли бы в виде отложений где-то в организме или внутри кровеносных артерий. А вот L-карнитин впрямую дробит жировые отложения и транспортирует их внутрь клеток, чтобы там жир сгорел с выделением энергии. Одновременный прием холина и L-карнитина способен ускорить темпы набора рельефа под действием специальной тренировочной программы. К такому выводу подталкивает сходство обмена веществ человека и морских свинок. Получается, что добавление в диету холина вместе с карнитином может серьезно вас подсушить. Холин приведен к сохранению высокого уровня карнитина, ну а тот вызовет разрушение жировой прослойки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!